Школьная приятельница герцогини Сассекской, американская певица Кэтрин Макфи, рассказала о ее юности. По словам исполнительницы, у Меган Маркл есть тайный талант. Оказывается, жена принца Гарри не только хорошая актриса. По словам Макфи, Меган Маркл еще и замечательная певица. Она была в классе моей сестры, на 2 года старше меня. Моя сестра устраивала концерты вместе с ней, я тоже выступала на 2 концертах вместе с ней, когда училась в 7 или 8 классе. Это были малоизвестные мюзиклы, цитирует подругу Маркл Экспресс. UK. Я не знаю, есть ли видео, как она поет, но она действительно хорошая певица, сдала с потрохами герцогиню Сассекскую Макфи. В отличие от Меган Маркл, американка Кэтрин продолжает работать актрисой. В настоящее время она находится в Лондоне. Недавно школьная подруга жены принца Гарри поделилась в соцсети фото себя и герцогини Сассекской из юности. Макфи надеется, что 37-летняя Маркл, которая ожидает своего первенца, посетит ее выступление в столице Великобритании. Ранее Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк, чтобы принять участие в праздничной вечеринке, посвященной предстоящему рождению малыша. Оказалось, что британская королева могла с неодобрением отнестись к этой самовольной поездке жены принца Гарри, поскольку та носит светский характер.